Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет интересный роллинг. Будем ролить героев по Даксу. Также у нас будет роллинг талантиков на аккаунте моего подписчика тезки Евгения, который находится в гильдии мастера. Первые только места. 35-75 полно места в гильдии. Босс 3 21-00, 5 21-30, атака фортов 12-00 БГ. Не прошли, сразу же получаете кик. Так, ну что, аккаунт у нас донатный сегодня, 140-150, практически до Минотавра. Аккаунт молодой, как видите, силы не очень много, не раздутая сила. Хотя сейчас наоборот надо набивать больше силы, чтобы больше очей получать на битве гильдий. Так, смотрим, что у него есть. Вот такой вот уже топовый практически Анубис. Тыковка, хранитель без ремочки еще, но с огненкой, красиво сделано. Так, Гаргул, хорош, друид, ну тут бог войны не особо нужен. Так, тут ремки не хватает, огонь, тут ожива не нужна, зачем оживу, я не знаю, он тыкает, надо замедление. Так, стойкость, ну пойдет, однозначно нет. Ну, видите, как видите, здесь с талантиками, походу, беда. Да, талантика у нас тут еще пока особо нету. Так, ворожай, бигфут. О, вот они пошли со стойкостью. Череп с огненкой, ничего себе. Я надеюсь, это он с пятой ремкой выпал. Так. Не надо. Так, где все герои? Столько доната. А вот они пошли имба. Так, Фрейя есть, Купидоны. Га себе, он Купидонов на открывал. Еще один хранитель. Так, Афина. Ну, в общем, нужны и герои. Сейчас глянем, чем там заказывал. Повелитель, Фрейя, Бигфут, Гаргул, Хрон, Ронин и Анубис нужны повторочки. Так, сейчас глянем, что у него по подземках пройдено. И по локациям зафармлено. Так, ну тут да, он еще даже не фармил. Так, ну стрелков, 3 стрелка есть. Ну для такой силы, в принципе, довольно-таки неплохой аккаунт. Кошмарки он только начал проходить. Окей, ну у нас сегодня идет акция на заработай на героях. Сейчас глянем, что там за правила и что дают. Я, честно говоря, в таких акциях уже не участвую, только в пирате. Так, а он сегодня уже забирал, вот так вот. Он сегодня уже даже ролился. Видимо, вообще сегодняшний аккаунт молодой еще. Так, за 300. За 510к и редкий герой за 777. Ну что-то нехти. Седна, Некроса, Сура, Профессор Рибет, ну такое себе. Но 777 очей — это дохренище, надо переролить. Так, окей, ну что, поехали. Так, 450. Сердцеедка нам уже упала, отлично. Ничего отличного. Ну, слоты на склад придется покупать однозначно. Фея. Пара. Ну, как-то такое себе. Ну, не знаю. Не нравится особо мне. Дроп. Ну, смотрим дальше. Ниндзя. Офигеть. 10к в никуда. Так, Тесса. Ну, уже неплохо. Укротитель. Ну, что-то... Ара. 16 или 17к, и мы просто их в никуда слили.
Так, ну что, пора включать читы. Жесть просто. Такое ощущение, что иногда просто на аккаунтах. Вот он. Есть первый недостающий, а нужный герой для прокачки. В принципе, уже неплохо. Поехали дальше. Хранителя мы достали. Так. Капитан Дрейк. Тесса Бульдозер тоже надо. Тесса то однозначно нужна. Так, Бог Грома. Блин, ну... Мне кажется, самый кайф, малышник, ролить после 12 ночи. Вот почему-то так вот прошлое это так, тыковка. Заклинательница еще одна. Прошлый роллинг под коллекционера Леди Лео. Неплохо зашел после полуночи. Гаргул есть. Еще одна повторочка. Нужен теперь Бигфут. Бигфут Фрея. Ронин и Анубис. Так, сердцеедка, рыцарь тьмы. Ну, как видите, Сноузила. Конечно, падает, но такое количество самоцветов. Смотришь и становится очень печально. Я бы лучше это все слил на талантике. Вот он, Бигфут, как заказывал. Три повторочки уже словили. Блин, ну, в принципе, неплохо. Дед Мороз, красный нос. Так, что тут у нас еще? Душек. Сейчас мы сделаем немножко по-другому. Так, ну давай, фараон. Еще один бог грома. Ну, как видите. Так, ара. Магазинные герои так и прут. Еще ара. Атлант. Это жесть просто. Сучка пришла к нам. Ой, короче, ребята, это жесть. Вот это жесть. Все-таки не зря я ролил. И у него уже наконец-то есть, не наконец-то, а есть уже Сура, который реально очень-очень будет ему помогать, особенно в PvP локациях, на его силе, в прохождении многих локаций. Сейчас мы только глянем, уже добьем. И еще один хранитель. Да, бля, я уже думал Фрея, думаю, ни хрена себе. Вот это жестко было бы. Так, окей. Сейчас мы кое-что сделаем. Ну, вы знаете, что мы делаем обычно. Потому что он просил 50 на 20. Но я все-таки не послушался и сделал немножко по-другому. Так. Сейчас должно у нас на кое-что хватить. Так. Сегодня у нас продаются, кстати, неплохие наборы. Вчера вообще были огонь. Так, есть, да? Окей, отлично. Вот так вот. И вот так вот. Немножко по-другому я сделал. Забрали мы ему сейчас талантик. Еще самики. Так, что у нас тут? Ого, 10 тысяч самыми еще. Отлично, вообще огонь. В принципе, вышли на то, что надо было. Так. Сущность мастера. Это что, плюс 3 миллиона? Можно сразу качнуть на максимум кого-то. Так. Где наши эти сундучки топовые? Откроем их сразу. Давайте карты откроем. Вот так вот Ронина отсюда достали все-таки.
И сердцеедка. Блин, вообще супер. Просто фраеном не хватает теперь. Но ролить мы, конечно, уже не будем. Так, 30 камней и... Офигеть, сет воодушевления. Вообще супер. Для него это просто огонь. Так, давайте пооткрываем. Асуру откроем. Так. Ну все, в принципе. Бигфут заклинательница, сейчас я гляну. И будем сейчас ролить талантики. Бигфут есть. Ронин тоже есть. Заклинательница есть. Хорошо, это повторочки у нас. Так. Поздравляю с Минотавром. Очередной твой новый недостающий герой. Мы тебе его забрали. Так. Войти. Ой, точнее, он не здесь. Он у нас уже в алтаре сразу. Блин. С этими роллингами. А что у него тут только не творится? Так. Блин, не понял. Чё? А, он не забрался, все. Сотрю его, и там нету, и там нету. Асура. Первое жалкое исцеление. Так. Вот он, Минотавр. Сейчас будем пробовать ему вытащить талантики. Так, окей, идем в акцию, заберем сначала, чтобы не просрать акцию. Давайте фейерверк зайдем. Вот 73 попытки. Так, вы получили. Понятно. Интересно, кого он отсюда вытащил. Но мы ничего пока не вытащили отсюда. Так, окей, расходники мы забрали. Поехали сюда, заберем, что нам дают на героях. Вот так вот, ребята, с вас по лайкосику. Делаем топ-контент подписчикам. Так, ну 10к вообще отлично. Смотрите циферку. 666. Да, жестко, конечно. Так, окей. Окей. Что я хотел? А я хотел пойти открыть каменку. И сейчас мы ее пристроим кому-то. Так. Кто у нас есть из героев такой, которому очень действительно нужна будет каменка? Бигфутик с каменкой уже стоит. Шапки нафиг не нужна. Ну, вот вариант. Почему? Посмотрите обзоры. У меня на канале есть, почему ему каменка именно топ, даже при отражалке. Так, окей. Поехали на стрелка, моего любимого героя для ролла. Будем сейчас тут трэшевать. Так, поменять. Ну, 23 тысячи нам надо на минуса. Талантик хороший выбить. Так, давайте, или давайте сразу на Минотавре будем ролить. Чем мелочиться, а вдруг у него Минотавр везучий. Так. Четверочка. Ну, четверочка это немножко не то. Блин, чуть-чуть нам не хватило. Ладно, давайте кому-то поставим. А выражение вообще с бастом. Ну, не очень вариант для ворожея. Конечно, он таланта вот фонаря натыкал.
Зачем-ка? Я даже не знаю. От бога войны жалко, если он его поставил действительно душику. Так. Сердцеедка. Купидон. Ставим пока на первое время, пусть тут побудет. Поехали дальше. Так. 5-8 бег. Да, это просто огонь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот из-за того, что табличка очень неудобно стала ролить, нельзя нормально. Иногда бывает спешишь и... Стойкость. Стойкость, стойкость, стойкость. Так, тут стойкость есть. Фрэнки. Нахрен не нужен этот атакующий. Так, тут тоже стойкость уже есть. Поставим пока на первое время вот сюда. Блин, ну чуть-чуть не хватает. Так, где там? Я пока поставлю все-таки на шапку. Так, вот отлично, просвещение пока ставим сюда. Огненная защита, пятерочка. Так, по огненке хрон с огненкой, этой с огненкой. Так, стрелок, стойкость. Фрэнки, ворожей, повелитель бури. Афина с чем? Поставим пока сюда. Так, let's go. Дальше. Так, 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 опыт. Ну, Афина, я думаю, он тоже будет качать. Поставим пока так. Блин, ну надо какой-то атакующий талант на Минотавра. Говно. Блять, опять четверка. Ну что ты поделаешь? Если ставить, то уже ставить пятерку надо. Однозначно. Тяжелые удары. Раз, два. Раз, два. К сожалению, вот так вот, ребят. Ну, ничего страшного, я думаю. У нас еще 10 тысяч самов есть. Просто огонь, ребят. Это что у нас было? 70 плюс 20. Ну, практически 100 самов. Столько самов. Ну, поехали дальше. Мы не останавливаемся. Поехали дальше. Так. Тройка. Ну, я не буду ему ставить вот эту вот всю фигню. Там многих бомбит. Почему ты не ставишь там тройки, четверки. Тем более тут донатный каунт. Смысла не вижу. Даже заморачиваться над этим. Ну, ради вас. Ради вас я сейчас это сделаю. Вот так вот сделаем. Так, 4. Блин, не пятерка. Обидно. Обидно. Так, Купидон. Тут четверка уже стоит. Ну, поставим сюда, наверное. Это лучше, чем ничего. Блин, ну опять не хватает, чуть-чуть не хватает. А бог войны так падает неплохо, но не тот, который нам надо. Опять просвет проебали. Ну это уже окончательно все. Так. Ну, вот так вот, ребят, сегодня мы забрали ему, да сами кипусь останутся, Миносика, нарулили нормально повторочек, в принципе, все получилось по фэншую. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно лайки, участвуйте в конкурсе на Некроса, на выходных уже будем его разыгрывать. Все, всем пока.